Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас, как всегда, крутой сюрприз микс. Киндер Макси Лига Справедливости, Барби Колор Ревел, Ам-ням, Бравл Старс, Черепашки Ниндзя и другие. Будет интересно. Подписывайся на канал, ставь лайк и поехали. Начнем с пакетика «Эволюция Черепашек Ниндзя». Хотя лучше бы ее не было. По мне, старые черепахи были лучше. Всего в этой коллекции 12 игрушек. Фиолетовая черепаха Донателло стоит серьезным видом, облокотившись на свой боевой посох. Нацепил на себя дополнительную защиту. На коленники, на локотники, бронированный панцирь. На голове у него прибор ночного видения. Готов к бою с врагом. Стоит на подставке. Эту игрушку можно использовать как насадку на карандаш. Правда, тяжеловато будет для насадки. В целом сделано неплохо. Шоколадный шар Чупа-Чупс Миньоны Гравитация. Большая коллекция из 11 игрушек. Миньончик в оранжевом костюме. В таком Ума Турман в фильме «Убить Билла» бегала. Этот миньон, похоже, фанат того кино. Смотрите, одел костюм и радуется, что похож на Ума Турман. Игрушку можно использовать как брелок. Коробочка Baby Bontecue. Куколка-сюрприз внутри, производитель AB Toys. 12 видов, один секретный. Так, кукла есть. В комплекте идет бутылочка, мягкая. И вот такая картонка с бантиком. Больше ничего нету. Коллекцию можно увидеть только на упаковке. Младенцы в классных шапках. У Свитбокса была похожая коллекция, носики-курносики. А вот это секретный. Похоже, этому младенцу совсем все равно, что тут съемка идет. Лежит и спит, даже глазом не поведет. Лицо выполнено довольно реалистично. Игрушка сделана из резины. Ручки двигаются, ножки не двигаются. Одет в подгузник с сердечком. И сверху у него вязаная шапка. Судя по глазам, это сова. Шапку можно снять. И здесь вот такой, я бы сказал, лысый младенец, но нет, тут видны волосики. Правда, еще очень светлые. Голова вращается на 360, как в лучших фильмах ужасов. Правда, вот непонятно, зачем ему бутылочка, так как во рту отверстия нету. Как его поить, не ясно. Посмотрим, есть ли он на коробочке, а то вдруг это секретный попался. Так, вот он, да, есть. Тут помимо него есть медвежата, еще, по-моему, совы разные, собака, кошка. Пакетик «Рыба-хамелеон. Красное море». Купил я его в магазине «Красное-белое». Меняет цвет или светится в темноте. Внутри большой буклетик. И вот такие рыбехи тут могут попасться. Я бы хотел ската найти или летучую рыбу. Кто еще тут есть? Окуньки всякие и полосатые угри. Ух ты, какая забавная рыбеха попалась. Есть плавнички и хохолок в виде иракеза. Красная, с длинным хвостом. Эта игрушка растянучка. Правда, маловато будет для антистресса. Хотелось бы побольше что-нибудь пожмякать. Но все-таки сделано довольно неплохо. Чешуйки объемные. И злобная морда. Осталось проверить, что эта рыбешка умеет делать. Светиться в темноте или менять цвет. Вкладыш-то я не досмотрел. Похоже, вот эти рыбешки могут менять цвет в воде. А вот эти три внизу светятся.
Пока мои коты не унюхали рыбку, надо быстро провести эксперимент. Я думаю, эта рыбешка должна менять цвет в воде. Давайте опустим ее в горячую. Была рыбеха красная, стала белая. Опускаем в холодную, и она снова становится красной. Кстати, меняет шустро. Довольно залипательно. Не обманули. Хотелось бы в этой коллекции еще на светящихся посмотреть. Пасхальный киндер. Новая коллекция. Нужен мне ежик, но попался другой зверь. Хоть на вкладыше 12 игрушек, попадается пока только 6, а у меня даже 5. Черепашка походу в магазине по акции закупила выгодно киндер-сюрпризов, целую корзинку. И сидит теперь, вернее лежит на панцире и кайфует. Тут у нее обычные киндеры есть и киндер Макси вот большой один. Интересно, какие коллекции и какие там игрушки попадутся. Еще в панцире у черепашки встроены колесики, чтобы можно было кататься. А то на лапках она очень медленно передвигается, а на колесиках намного быстрее. Сюрприз в виде пластиковой банки «Автоград». Металлическая моделька внутри. Машинка-сюрприз пожарные. Ну давайте смотреть, что там. Это странно все заклеено. Получилось. А мне попалась не машинка, а вертолетик. Но это тоже классно. Пожарный вертолет, первый раз такой встречаю. Вкладыша внутри нету, непонятно сколько игрушек в коллекции. Давайте посмотрим на вертушку. И вертушка это выглядит очень круто. Современный дизайн, хвост прям как у рыбы. И вообще такой хищный, напоминает акулу. Винт у вертолетика крутится. Затемненные стекла. Знаете, такому вертолету больше подойдут какие-нибудь ракеты, чем для пожаротушения. А вот у них, кстати, есть две ракеты. Похоже, вертолет все-таки не пожарный, а боевой. Маскируется под пожарников. Но сделан круто. Корпус металлический. Шоколадное яйцо Юникорн с единорогами. Собери всю коллекцию единорогов. Всего их тут 8. Блестяшка, Сахарок, Вишенка, Хохотунчик, Шустрик, Искорка, Звездочка и Пушинка. Мне больше всего по имени нравится Хохотунчик. Так, интересный единорог. Похож на кристального. Вернее, даже не кристальный, а такой леденцовый. Сделан из резины. Это, кстати, единорог в бейсболке. Первый раз такое встречаю. А еще у него кристальные глазки. Но сделаны, конечно, не очень классно. Видал я кристальные глазки и получше. Сидит, отдыхает. С большим носом. Давайте найдем его на вкладыше. Ну, в бейсболке тут есть только Шустрик. Смотрите, на вкладыше он куда получше нарисован. И глазик у него покрасивей. Да и сам он вроде блесками должен быть покрыт. Нарисовать-то все можем, а вот игрушку сделать нормально не можем. Коробочка Ам-ням Cut the Rope Magic от Просто Тойс. Всего в этой коллекции 13 фигурок. Попалась Амняша, девочка, подружка Амняма, и она нам подмигивает. Глаза у нее с очень пышными ресницами и зубастой пастью. Амняша тоже, как и Амням, очень любит леденцы. Хорошо, что Амнямы леденцы едят, а то зубы-то у них большие. Также хохолок у Амняши есть, как у Амняма, да и в принципе они похожи, ресничками только отличаются.
Люблю этих зеленых рублешков. Kinder Joy эмодзи музыканты. Веревочка в комплекте, чтобы можно было использовать игрушку как брелок. А вот так выглядит вся коллекция. В этот раз мне попался зеленый эмодзи-саксофонист. Но, к сожалению, у меня уже такой есть. Повторка. И он тут при помощи своего пальчика привлекает внимание публики. Сейчас будет исполнять свой лучший хит на вот этом саксофоне. Любите китайские пакетики сюрпризов? Тогда у меня для вас есть новенький по Бравл Старс. Помните, я открывал Старс 312? Теперь есть Старс 199. Может, в них игрушки будут получше. Карточки. Карточки, кстати, сделаны неплохо. Я в Бравл Старс не играл, поэтому не знаю, что это за персонаж. Похож на птичку или на пингвина. С чемоданом. Деловой. И парень с бейсбольной битой. А вот такие у них обложки. Так. В этих пакетиках фигурки тоже не блещут качеством. Смотри, как плохо все покрашено. Какой-то мужичок с пушкой. На пушке звезда. У Капитана Америки символ стырил. Штаны синие, а все остальное розовое. Поленились даже фигурку раскрасить. Кто знает, как зовут этого Бравла, напишите в комментариях. Kinder Surprise Maxi, Лига Справедливости. Кстати, увидел я тут в магазинах Kinder Surprise Maxi 150-граммовые, Холодное Сердце и Мстители. Но цена на них 1000 рублей со скидкой. Мне кажется, это многовато для Kinder. Этот Kinder 100-граммовый. И, к сожалению, попался повторный Бэтмен. В прошлый раз была точно такая же фигурка. А хотелось бы на Флэша посмотреть, если он тут есть вообще. Вот такой Бэтмен в непривычном синем цвете. В гигантских ботах. Прыгает, судя по всему, с большой высоты. Так как у него плащ прям задрался, лишь бы не придушил Бэтмена. На груди эмблема «Летучая мышь». На поясе различные ништяки, а в руке он держит вот такую кошку в виде мыши. Прикольно получилось. Забрасывает ее Бэтмену так и подтягивается куда ему надо. Вообще он на ней даже летать может. Как зеленый гоблин. Но это уже другая история. По качеству игрушка сделана неплохо. И у меня остался последний сюрприз. Пластиковое яйцо Барби Color Reveal. Тут нас ждет питомец. И мне, конечно же, бы хотелось, чтобы это был зайчик. Тогда он отправится в мою коллекцию. Яйцо красивое. Все в логотипах Барби. Правда, на камере плохо видно. Открываем потихоньку. Тут у нас пакетик раз, пакетик два. Вкладыш. И еще пару пакетиков. 4 пакетика и вкладыш. Вкладыш какой-то интересный. Судя по всему, тут всего 6 игрушек. 2 зайчика, 2 мишки и 2 собачки. Вернее, песика. И у каждого есть корзинка, в которой либо они сидят, либо птичку переносят. Неужели это пасхальная коллекция от Барби? И есть небольшая инструкция. Разберемся совсем по порядку. Вот она эта корзинка. Корзинка вместительная. Плетеная. Ой, тут логотип Барби на дне. Ручка подвижная. А это, похоже, чьи-то уши.
Зачем их отдельно положили? Непонятно. И птичка. Скорее всего, это уточка. Маленькая, с перышками. Лапки у нее классно сделаны. Надеюсь, игрушка будет классная. Так, а почему эта зверюшка такая грязнушка? Хотя у нее даже бантик есть на груди. Похоже, надо этого зверька помыть. А помыть этого чумазика можно в половинке из-под яйца. С него начинает слазить эта краска. Судя по всему, игрушка будет розовой. Этот зверек точно не смотрел мультик «Мой Дадыр». Яйцо слишком маленькое, пальцы не влазят. Ну, маленько просматривается теперь зверек. Понятно, почему у него ушей нету. Ведь он грязный, даже уши не вставить. Ладно, пойду я его домою по-быстрому и потом вам покажу. Отмыли нашего розового медвежонка. Скорее всего, это девочка. Хвостик у него сзади пушистый. О, тут сердечко и буква Б Барби. Понятно, чей питомец. Бабочка у него красивая и большие глазки. Осталось ставить этому питомцу ушки. Раз ухо, два уха. Медвежонок готов. И теперь, говорят, его можно опустить в холодную горячую воду, и что-то получится. Проверим, вода у меня осталась холодная, не совсем уже горячая. Опускаем в холодную. В холодной ничего не происходит. В горячую. Может, погорячей воду надо? Пойду поменяю. Нужна вода похолоднее. Опускаем в более холодную воду. И у медвежонка появляется сердечко на левом глазе. Зелененькое. Опускаем в теплую. Сердечко исчезает. В холодную. Оп, появилось. Вот такой питомец есть у Барби. Можно посадить его в корзинку. Он как раз туда отлично помещается. Ну и в компанию ему птичку. Вот такие классные игрушки мне сегодня попались. Больше всего мне понравились Амняша, Пожарная вертушка и Бэтмен. А вам какие игрушки понравились? Напишите в комментариях. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду попью чайку со сладостями.